Картины Светланы Голицыной уже успели оценить множество посетителей музея со всего мира. Часть своей коллекции она выставляла во время проведения Олимпийских игр. В своем творчестве художница старается изобразить все достопримечательности и красоту природы Хостинского района. В течение месяца посетители смогут увидеть более 30 работ Голицыной. В ее представлении это сказочный мир. Хосты. Здесь вы увидите и гору Ахун, и Мацесту, и море, и все, что она как бы представляет, ее видение мира, красоты на нашего района. Также в музее представлены уникальные экспонаты с изображением символа 2015 года – козы. Предметы истории, найденные на Кавказе, уникальны не только возрастом, а создали их еще в 19 веке. Смотря на эти экспонаты, можно отметить невероятное мастерство обработки бронзы. Также посетители смогут увидеть, как отмечали Новый год 2 века назад. Выставлены и открытки 19 века. А самым ярким предметом экспозиции стал подлинник выдержки указа Петра о переносе празднования Нового года на 31 декабря.